Вот такой сегодня у нас завтрак. Свежевыпеченный хлебушек, огурчики, все свое. Приятного нам аппетита и вам, если вы тоже завтракаете. Всем приветики, друзья! Соскучились? Я соскучилась за вами. Благодарю всех, кто пожелал хорошего здоровья мне, что ждали меня, не разбежались. Начинаем с новыми силами новые влоги. Добро пожаловать! Мне уже полегче, так что за все благодарна. Ну, сейчас какие планы? Ну, как всегда, что делаю, то и вам показываю, да, знаете же. Покажу сейчас сад вам, сходим с вами в первую очередь. Ну, и надо потом в магазин съездить, закупиться, ну, и что по дому буду делать, то и вам показывать. А теперь пойдемте, сходим с вами в сад. Ну, там уже вишня поспевает, сейчас покажу. Ну, наверное, вам интересно. Что в саду нового? Так, тапочки переодену. Ну, эти уже, видите, отцвели. Нужно убрать. Красотульки. Розочки. Тоже уже надо пообрезать. Вчера такой дождик был. Ставлю вам потом кадры. Смотрите, какие красивые. Прям так много. Уже надо пообрезать. Здесь все в цвету. Здесь уже один раз побрызгала. Еще раз надо побрызгать. Тля напала. Эти цветочки. Эти мои колокольчики скоро уже будут цвести. Многолетние. Красота, лепота. Помидорчики. Ну, петрушка разрослась уже. Этот шалфей. Этот тоже немножко уже чуть-чуть посрезала. Тля на нем была. Вроде тоже отходит. А это стало цвести корианда. Базилик. Огурчики уже кушаем. Ну, видите, уже какой. Надо сорвать на завтрак. Вот такие огурчики. И Ингину, кстати, эти тоже повылазили, которые первый раз садил. Помните, вам говорила? Тут тоже сорвать. Видите, эти тоже зашли. Сидели, сидели долго, надумали. Ну, тепло стало, вот и повылазили. Ну, такие там все в огурчиках. Это траба, что-то, как его, ревень.
Он тоже тут, да, видите, напал. Не очень в этом году. Клубничку поели, сколько было. Мята тут моя. А на эту красоту посмотрите. Уже созревает. Сейчас попробую, посмотрим, червивая или нет. Нет, не червивая. Значит, вот эта вот зеленая штука помогает. Ну, уже начинает краснеть немножко. Но она у нас поздняя всегда, в последнюю очередь. О, малинку надо пособирать. Нигде. Да-да. Ты шеф здесь, в саду. Ну, сколько уже много, видите? Надо пособирать. Ну, прям много черешни в этом году. Видите, аж ветки спустились. Какая прелесть, правда? Барбарисик тоже уже начинает. Ирга. Ну да, болеют многие такие, видите. Сыростные, наверное, здесь. Света мало, солнца вернее. Угу. А слив нет, уже рассказывала. Угу. О, какая тоже розочка у соседей. Целый куст. Черная смородина какая крупная в этом году. Ну, еще не доспелая. Гортензия моя начинает распускаться. Ну и у соседей тоже. Взгляните одним взглядом. Розочки, какая прелесть, правда? Ну да, если бы за ними не так много ухода надо было, потому что привередливые. О, а тут-то что за племя красных? Надо убирать. Развелись. Да, хибискус. Смотрите. О, божья коровка. Видите? Пошла по делам. Ну да, вроде бы тли нету, брызгали. Ну да, вот такой вам обход показала. Да, работы в саду много. Надо все это подрезать. Уже все отцвели.
Красотулечки, потулечки. Конечно же, один в ротик. Сладкие. Вкуснотища. Закупочка, друзья. Здесь у меня желудочки куриные и печень куриная. Это у меня этот апфелесих, яблочный уксус, шампиньоны две упаковки, айсберг салат. Здесь у меня томатная паста, огурцы, макароны двух сортов. И, конечно же, соус к ним. Это Имо ест, любит колбаски жарить. И такие сосиски. Здесь килограмм на гуляш мяса. Половина свиного, половина говяжьего. И килограмм смешанного фарша. 20 евро. Такой мясной салат. Еще одна томатная паста. Такая колбаса, две упаковки масла, здесь булочки, две упаковки яиц, и мы себе взял мороженое и взял кусочек этого кухона. Сейчас покажу этот кекс. Ну, как же вам сказать? Ну, не могу вытащить. Вот так заглянем. Ну, вот такой сухой лимонный кекс. Тут огурцы бочковые. Один авокадо. Это на хлеб мазать. Творог. Сметана. 30% жирности. Тайгу опять себе взял, пьяные вишни, конфеты, помидоры, зеленый лук, перчик, вот такие персики сплющенные, вкуснее, чем круглые. Еще такие томаты, огурцы, по-моему, уже говорила, киви, вот такая клубничка, ну, не очень еще спелая, но надеюсь, что вкусная. Руккола, это для носа. Эти носовые платки. И баклажаны тут у меня 4 штуки. Ну и все вроде бы. А, нет, не все. Здесь лука 2. Сетки, картошка. И еще бумажное полотенце, туалетная бумага. И за все заплатили 120 евро без копеек. Вот такая была закупочка. Сделала салатик с этой, с редиской. Лучок зеленый. И этот укропчик. И сметана. Редисин. Шнитлаух диль онд зауазана. Шмект сэр гуд. Это для Ингу. Его этот, ну, макаронный салат любит. Я не люблю. Ну и гриль у нас сегодня. Вот такой. Две чевапчичи. Это ему эти колбаски. Сосиски. И здесь вот два сорта. Такие с косточкой мяса. И два без. Такой сегодня у нас будет ужин. Сейчас будет его грилить. Еще один салатик сделала. Вспомнила, что у меня этот нут, горох еще открытый был, начатый. Его стручковую фасоль с банки добавила, лучок. И тоже эти травы, петрушка, укроп. Одну столовую ложку яблочного уксуса и масло растительное. Очень вкусный такой летний салатик тоже получается. Ты тропки рунта, он бренд, ва? Я. Mhm. Ist aber schön mit Arbeiten mit dem Gitter hier. Ja, bequem, ne? Mhm. Das glaube ich dir.
Инго говорит, удобно с этой решеткой. Тут раз поднял, office. Опустил. Запах уже такой прелестный. Команда зугемахен. Угу. С этой стороны. Макс Пас? Я говорю, тебе нравится шашлык махнул, работа. Да, говорит, ну шашлык лучше. Ему нравится. Ну и вкуснее, конечно же. Извиняюсь. Видите, еще подкашливаем. Ну, на вкус, да? Ужин. Вот вы шмекте? Вам гуд, да? Да и на котлет шмекте ох, да? На майн стейк шмекте ох гуд. Не зо зальцыш. Видят фертиш гекауфте. Ja, das ist ein frischem Fleisch. Купили у этой, где на разновес продают. Не упаковка. Вкуснее так. Ну, приятного нам аппетита. Guten Appetit. Hörst du über die, die verschollenen, oder? Ja, über das Boot. Ingo слушает про затонувших на этом, возле Титаника. А погодка сегодня вот такая, нелетная. Не знаю, вам отсюда видно или нет, эти вишни уже красные, скоро надо будет собирать. Цветочки. Хоть немного задышали свежим воздухом, потому что жара стояла несколько дней. А теперь снова дождик. Мы еще идти, вон я в пижаме хожу. Утро такое доброе. Муравьев на нем в этом. За зофиль амайзен. Столько много муравьев в этом цветке. Посыпала корицей. Они корицу не любят. И теперь маленько еще помочу, чтобы хорошо запах. Сюда посыпала везде. Прям спасения от них нету везде. А майзен дизет я ва? Сканчуем филя. Да, цимт хап их гештройт. Да, мюген зи я зо нихт. Бисен бешприт. Я. Тилю это дидет афарунги махтам. Говорит, кто, говорит, что помогает. Я говорю, люди говорят. Сидим, наслаждаемся утром. Надеюсь, у вас тоже утро доброе. У нас тут дом строят, там стройка. Всегда, каждый день, даже в субботу, строительные шумы слышны. Обкрадывая цель, да, таус баунди, да.
Вот это один тактан, я стою, да? Типа обайт. Ох, ам замстак. Ой, зинчо, не один байт? Ну, я шнель, не? Я быстро строят. Уже коробка стоит, и крыша уже начали строить. Сборка урожая. Смотрите, какая прелесть. Огурчик. Надо взять, чтобы не сгнил. Смотрите. Красота. Красота. Так, к этому надо подобраться. Дождик опять начался. Так, два. Вот тут, смотрите, красавцы. На завтрак уже есть. Четыре штучки со своего огорода. И там-то. Ничего. Дождик конкретный начался. Уже аж промокло. Где манчац? О, danke. Вы будете ganz nass jetzt, ja? Ja, ein bisschen, ja. Du tropfst mich voll. Und mach doch nicht. Doch. Das ist die Natur. So mach's doch. Du tropfst mich voll hier. Da unten musst du mir. Ja. Wischen, ja. Das ist schön. Lecker. Guten Tag. Пока дождик пересадила эти, которые там вот сидели, Инго садил. Долго сидели, да, пока вылезли, пока тепло стало, сюда их вперед, чтобы им здесь побольше солнышка, а то там места тоже нету и солнца мало. И, ну, вот подвязал тоже огурчики, чтобы не лежали на полу. Вот такая красота. А тут тоже, это тоже кушаем. Кориандр что-то болит. Укропчик уже срезала, ну, мяленько, но растет. Шалфей уже разросся. Петрушку тоже подрезала. О, а это сорняк. Надо убирать. Ну и помидорчики же, конечно. Вот такой тортик испекла доченьки. День рождения у нее завтра. Поедем поздравлять. Это ее любимый торт. Красный бархат. Ну, это еще такое черновое. Сейчас еще в холодильник поставлю. Когда остынет, стабилизируется торт. И сверху буду еще ягодами украшать. И розочками вот такие вот купила. Видите, а это ей букетик. На день рождения, надеюсь, что выстоит. Что все какие-то открытые цветы были, букеты. Ну, вот такой вот красивенький. Подарим. Ну да, поставлю в холодильник. Ну, буду украшать, может, вам покажу потом.
Вот такой тортик у меня получился. Красота, красота. Правда? Напишите в комментариях, как вам тортик. Вот со всех сторон вам покручу. Ну, 22 года уже доченьке исполнится завтра. Как быстро время бежит. Следующий день, друзья. Видите, как свой тортик упаковала. Под низом у меня вот такая большая, ну, ледяная, как сказать-то, ну, подставка. И здесь по бокам все не ерзает. В коробке еще закрою крышкой. И выезжаем. Цветочки бы не забыть.